Почему никто не может сбежать из Саратова? Что за песня, посвященная популярному мему и откуда он взялся? Сегодня я отвечу на все ваши вопросы. Жители соцсетей начали публиковать в ТикТоке ролики, где рассказывали, как люди пытаются уехать из города, но у них ничего не получается. Самыми популярными шутками стали видео из компьютерных игр, где герой куда-то убегает, но безуспешно. Очередная безуспешная попытка покинуть Саратов. Была целая куча оригинальных идей видео, где авторы показывали разные варианты, почему невозможно покинуть Саратов. К примеру, им не давал уехать Человек-паук. А тиктокер Джон Уик предположил, что беглецов ждет более серьезное наказание, и показал кадры из аниме «Пираты Черной Лагуны», где машину расстреливают из автоматов и прочего. Были те, кто, несмотря на предостережение, рискнул сбежать из Саратова. Тиктокер Владис BMX опубликовал видео, где он с другом бежит по школе в надежде покинуть город, ведь так приказал мемный персонаж из игры Бравл Старс генерал Гарс, но об этом не сегодня. Шутка про Саратов дошла и до Твиттера, где пользователи придали ей иной смысл. Теперь популярное выражение используется в отношениях тех, кто отписывается от других пользователей или выходит из чатов. Мем стал достаточно популярен в сети, чтобы ноунейм-рэпер Мерсар написал трек «Не пытайся покинуть Саратов». Вот это да! Песня рассказала об ужасах, которые подстерегают беглецов. Так, откуда он взялся? Шутка про то, что российский город «Страшное место» появилась в 2017 году. Причиной ее возникновения стал поисковик Яндекс, который на запрос Саратов предлагал смешные дополнения. Например, собака пристрелила человека или пойман бомж-терминатор. Старая шутка про якобы опасный город России возродилась в конце 2021 года, став более жесткой, ведь беглецов из Саратова ждет страшное наказание. Также мем стал назидательным обращением к тем, кто хочет отписаться от пользователя сети или покинуть чат, их найдут и снова заставят общаться. Впрочем, судя по запросам в Яндексе в 2022 году, пугающие новости больше не всплывают в поисковике. Зато система предлагает уехать из Саратова. А ты тоже не можешь вернуться с Саратова? Напиши в комментариях. Если ролик тебе понравился, то поставь класс. Я буду этому мега рад. На этом все. Пока!